Внимание всем! Видим патрули Конни на внешнем периметре. Прочесывают район. Держи контакт. Защиты от радиации у них нет. Не сходится. Может, они не за ядерным топливом. Следи дальше. Принято. Гаусс, радиация есть? Никак нет. Все вертушки чистые. Можно взорвать без проблем. Понял. Шестой, возле вертолета группа Конни. Понял, хранитель. Шестой, рядом патруль Конни, будь начеку. Вижу вертолет. Принято, 06, это твоя цель. Ну, пошумим. Открываю огонь по вертушке. Шестой, на подходе их подкрепление. Будь начеку. Мы потеряли бойца. Они выслали подкрепление. Жди контакта у вертолета. Внимание всем! Первый борт уничтожен! Так держать. Иди к следующей цели. Капитан, Конни услышали взрыв. Готовься к контакту. Капитан, все еще никакой радиации. Джонни, Гарик, вы что-нибудь нашли? Нет, как и Конни. Если ядерного топлива здесь нет, то что нужно Конни? Продолжай выяснять. Внимание всем, противник на крыше. Понял, спасибо, Гоуст. На тебя охотятся. Вижу второй вертолет. Принято, 06. Ставь заряды и подтверди взрыв. Со спутника видны три вертолета Конни. Это твои цели. 7-1, сажусь. Прайс, у вертолета... Берегись, рядом с тобой целая толпа врагов. Противник! Что на виду, боец? Уходи! Вижу вертолет! Принято, шестой. Действуй. Внимание всем! Вертолет уничтожен! Еще два. Шестой, у тебя подкрепление Конни. Перемещаемся. Кэпси потревожил Конни. Они высылают подкрепление. Капитан, все еще никакой радиации. Джонни, Гарик, вы что-нибудь нашли? Нет, как и Конни. Если ядерного топлива здесь нет, то что нужно Конни? Продолжай выяснять. Уничтожь борты Конни, и мы сорвем их планы. Сажусь. Шестой, возле вертолета группа Конни. Вижу вертолет. Принято, 06, это твоя цель. Мы на позиции. Видим Конни, оцепляем периметр. Не стреляйте, пока Кэп не дал команду.
ничего не обещаю, лейтенант. Шестой, к тебе едет легкий внедорожник. Конец маскировки. Враг! Игорь! Я на виду! Игорь! Атакуем! Принял! Я вижу цель! Противника! Открыть огонь! Я в укрытии! К вертушке идет подкрепление кони. Противник убит! Внимание всем! Первый борт уничтожен! Так держать! Иди к следующей цели! Шеф, к тебе идет подкрепление Конни! Капитан, все еще никакой радиации. Джонни, Гарик, вы что-нибудь нашли? Нет, как и Конни. Если ядерного топлива здесь нет, то что нужно Конни? Продолжай выяснять. Рома! Красота! Браво, внимание! Кони прислали борты с подкреплением. Я на подходе! Вижу цель! Обходим. Вижу еще один борт! Принято, шестой, работай! Ну как, попал? Минус два вертолета. Принято, шестой. Остался последний. На перегоне. Ты влез в осиное гнездо, Хэп. К тебе идут еще конни. В какой стороне? По мне бьют из РПГ. Перебегаемся в тыл противника. Второй вертолет возле тебя. Рядом несколько конни. Принято, хранитель. По тебе бьют турели часовой. Часовой зацепить врага. Турель ранена. 0-7. Уровень радиации меняется? Никак нет. Не понимаю. Сейчас они должны быть в реакторе. Здание отключено. Двери заперты. Так и остается. Браво 6, внимание! В воздухе бронированный вертолет Конни.
ТРК стоит. Сбить вертушку ему пара пустяков. Джон, к тебе едет бронемашина с пулеметной турелью. В точку, птичка сбита. Подходит подкрепление к броне, ищи укрытие. Нас так всех порвут тут! Вижу последний борт. Принято, разберись. Шестой хранитель, вызываю огонь. Запрос принят, жди. Открываю огонь по вертушке. Отлично, что бы ни задумали кони, они отсюда не улетят. Внимание, Браво-6, группа кони вошла в реактор. Спускайся туда. Идем к реактору. Кто еще в бою? Принято. Браво, сбор возле реактора. Хранитель, я у входа. Поняла. Забирают из реактора какие-то емкости. Что, можешь узнать, что в них? Как нет. Всем Браво! Огонь по вертолету! Сбейте его! Понял! Стреляю! Твою мать! Внимание всем! Кони вывозят химическое оружие! Кони подняли газ на борт! Мы рискуем его упустить! Хранитель, отследить сможешь? Уже работаю, Гоуст. Момент. Это 06, реактор заблокирован, я запер. Шестой, со спутника видно, что отряд Кони входит в реактор. Давайте упустим, мы скоро будем! Кони нужно было не ядерное топливо! Здесь нельзя оставаться! Крыти нет! Почти на месте! Я тут как на ладони, надо уходить! Внимание всем! Первый этаж заполнен газом. Я на втором. Мы уже близко, Кэм. Держи! Капитан, мы здесь! Хватай трос! Уходи из газа, Брайт, бери трос! Есть! Тяни! Держись, Кэп! Не отрубайся! Кэп! Кэп! Держитесь, сэр! Черт! 6-2, хранителю нужен санитарный! Очнулся! Не спеши, Кэп. Ты пережил газ, осталось оклематься. Я в норме. Башка болит, тошнит. А то... В норме. Боялся, что у тебя лицо потечет, как у тех бедолаг.
По мне, так было бы лучше. Кони увезли химикаты? Именно. Макаров сбежал 6 часов как и уже опередил нас. А что это за газ? Следы программы Баркова. Ксарин? Концентрированный. Еще опасней. Капсулы хватило на весь район. Столько увезли, на всю страну хватит. Он влез на территорию Фары. Отыщем ее. Ласвов, это химоружие. У Макарова есть концентрированный зарин. Он уже у вас? Пока нет. Капитан там чуть не погиб. И где он? Я здесь, Ласвелл. Где ракеты? Ракеты Фары привезли в брошенный бункерный комплекс времен Холодной войны. Мы знаем, какой. Как и Фара. Зачем Кони шахта для ракетных комплексов? Именно. Разделимся. Я встречусь с Фарой на точке. Разойдемся и прочешем комплекс. Вернем ракеты. Да. А я Варклов. Там есть контакт, который может помочь. Ты на Костовийскую базу? Туда не проберешься. Проберусь. Выйду на связь, как смогу. Тогда до встречи. Удачной охоты. Шестой Гоусту. Я в точке сбора. Что у тебя? Работаю на Чарли. Ты на Альфе. Кива берет право. Есть. Момент. Твою ж мать. Внимательней, старина. Россия ведь опять здесь? Наемники. Группа Кони. Вчера взяли химикаты из точки к северу. А с утра мои ракеты. А ведь прошло меньше суток с побега Владимира Макарова из тюрьмы. А он быстро. Торопится наверстать упущенное? Пойдем. Откуда ракеты? Shadow Company. У Shadow Company нет такого оружия. Это курьеры в брониках. Но наши. Они напали на моих людей. Это командир Грейвс? Да, ему приказали. Но кто? Генерал Шепард. Так Шепард ракеты прислал? Вообще-то это мое дело. Это очень опасные люди, Фара. Мы все очень опасны. Так. Я не хочу тебе лгать, но все сказать не могу. У меня тоже есть свои секреты. Моя страна в опасности. Брат говорил... Сейчас речь не только об Урзыкстане. Так поможем друг другу. Прайс, ты доверяешь мне? Безусловно. Что ж, тогда до встречи. Внимание всем! Правый 6 на точке. Кило? Кило готово. Принято. Ваш дрон готов. Доступ у тебя и у Фары. Принято. Да фига русских. Тут в Урзыкстане целая армия Кони. Ракет не наблюдаю. Значит, они в бункерах. Вижу точку входа. Отмечаю. Тебе понадобится пропуск. Фара права. Нужен капитан Конни. В красном берете. Понял. Красный берет. Я видела его у стальных ангаров к северу от входа. Красный берет. Моя цель. Хорошо. Клади его и забирай пропуск. Потом иди к двери. А ты? Я знаю другой вход. Ясно. Оставайся на связи. Увидимся внутри. Иду со стороны горы. Через поле можно пройти незаметно. Правильно. Тихо и жестко. ППЛА еще в воздухе. Пользуйся, если надо. Всем. Кони оставляют на базе следы УО. Макаров готовит атаку под чужим флагом. Американские ракеты. Он играет против Фары и Запада.
Он хочет очернить меня в глазах мира. Пока не поздно, надо выяснить, против кого. Минус один. Двух разом. Прошел периметр. Принято. Найди капитана и возьми пропуск. Внимание! Соуп и Гоу внутри. Под землей слабый сигнал связи. Прошел периметр. Принято. Найди капитана и возьми пропуск. Внимание! Соуп и Гоуст внутри. Под землей слабый сигнал связи. Принято. Найдем ракеты и выйдем на связь как сможем. Понял. Наблюдателя. Командование хочет блокировать. Двух коней одним выстрелом. Молодец, бережешь патроны.
Танго 02, когда закончите, возвращайтесь на мою позицию. Минус один. Вижу капитана. Минус один. Минус один. Вижу капитана. Фила, капитан Кони убит. Тебе нужен его пропуск. Пропуск у меня. Капитан, к тебе идет еще одна группа Кони. Бери пропуск и входи. Все по плану. Пройди в дверь, встретимся внутри. Я вхожу. Внимание всем, я вхожу. Главный, сообщаю, мы нашли несколько шахт, ракет пока не видим. Давай искать, пока не запустили. Принято. Могу отправить дозорных все проверить. Нет, оставайтесь на позиции. Здесь.
2-3, слышишь меня? Прием, 2-3. Кто-нибудь видит цель? Командир верхнего базирования, у нас противник в бункере. Запрашиваем подключение. Отставим оружие! На дело! Хрен вам! Прикрываю тебя, капитан. Спасибо за помощь, Кило. Они в комнате охраны. Приготовятся! Они знают, что мы здесь. Быстрее! Жду тебя. Вперед! Прикрываю тыл. Враг идет сюда! Вижу врага, атакую! Кого увидите, огонь на поражение! Проверяй углы! Прорывай его, надо зачистить! Иду наверх. Готовьтесь к встрече. Как вынут из-за угла, огонь! Чисто. Всем отрядам. Запуск стартовой последовательности. Охранять ракеты. Чужих убить. Противник ответил. Прорывайся! Надо пройти этот зал! Капитан, ты слышал? Они открывают шахту! Они пытаются запустить ракету! Нам надо пройти через эти комнаты! С этих компьютеров можно отменить пуск? Никак нет. Мне нужен доступ к блоку управления ракетой. Сюда! Нам надо на второй этаж! С этих компьютеров можно отменить пуск? Никак нет. Мне нужен доступ к блоку управления ракетой. Пусковая платформа за этой дверью. Понял. Заперто. Открываю, жди. Внимание всем. Мы нашли две ракеты. Боеголовки заряжены химией. Повторяю, ракеты с химическими боеголовками. 7-1, повтори последнее. Твою ж нахрен. Дверь открыта. Сюда, идем. Ракетной шахте.
надо обеспечить запуск. Чисто. Ракета. Ее готовят к спуску. Черт. 06, ответь. Прием, как слышно? Слышу вас. В боеголовках химикаты Макарова. Скоро запуск. Ракеты, флаги, моя страна. Он хочет свалить это на вас. Полетят ракеты, они... химикаты. И в этой ракете. Фара, ракеты твои. Ты должна знать, как их обезвредить. Знаю. Иди к тому пульту. Действуем вместе. Вошла. Готов. Подожди. Поздно обезвреживать. Пускай уж стартует. Чего? Закроем люк шахты, взорвем ее. Химикаты останутся в бункере. Да. Выходи наверх, отыщи пульт люка и закрой шахту. Ты где будешь? Я займу позицию и постараюсь задержать запуск. Марш! Ну! Кони, готовимся! Патронами. Я постараюсь задержать запуск, а ты прорывайся к пульте. Где будешь? Я займу позицию и постараюсь задержать запуск. Марш! Ну! Кони, готовимся! Я постараюсь задержать запуск, а ты прорывайся к пульте! Где будешь? Я займу позицию и постараюсь задержать запуск. Марш! Ну! Кони, готовимся! Я постараюсь задержать запуск, а ты прорывайся к вышке! Джаггернаут противника. Внимание всем! Ракеты! Какая цель? База Аркла в Кордове! О, нет. Ласвелл. Две минуты до старта! Капитан, время уходит! Кило, поднимаюсь! Принято. Иди на вышку, закрывай люк. Кэп, я вижу вертушку Конни. Летит к тебе. Наверняка с подкреплением. Уходи отсюда. Только же этих Конни вышку охранят. Прорывайся. Я постараюсь задержать запуск. Значит, вместе. Иду.
секунд. Иди, как он не выйдет. Кидаю осколочную! Прорываюсь к башне, Фара! Кило, я сейчас закрываю люк. Кило! Фара, слышишь? Фара, ты меня слышишь? Принято, капитан. Подрыв завершен. Утечки нет. Ракета уничтожена. Есть. Браво, что там у вас? Мы опоздали, капитан! Вокруг пульта Конни! Газ, о чем он? Два старта. На северо-западе. Нет. Нет! Кейт! Нет! Шестой хранитель. Хранитель! Кейт! Ласвелл, ты там? Шестой, всем, кто слышит. К базе Арклов приближаются две ракеты. Химические боеголовки. Если вы там рядом, прочь! Живо! Макаров? Слухи летучи. Если ему так надо. Думаешь, ему платит Кремль? Я не удивлюсь. Есть контакт, который может знать. Нужен транспорт. Куда? Военная база Арклов. Охраны там много. Но ты сможешь? Там же Макаров, конечно. Мне необходимо войти и выйти. Все может пойти не так. Все не так, это как раз по мне, Ласка. Этого и боюсь. Что за контакт? Юрий Волков. Заплатили ему? Не взял ни цента. Это Юрий. Когда летим? Сейчас. Низко. Ниже радаров. Именно. Еще миля. Не подставляйся. Сразу уходи, я тебя вызову. Понял. Хранитель Янки. Вижу базу. Подхожу.